Опять они соберись, они сейчас будут сжечь. Они уже 61 ранг, слились. Позорно. Та же карта, кстати. Че, побежим, может, похарасим? Да, побежим, я как раз... Один через ФС играл, через волков, и сам бежал харасить, но... Ну, а надо ты... Хумана просто поджать. Слушай, я, наверное, поставлю халявный эксп. То есть я буду без барака бежать и поставлю эксп, а потом... Ну, понимаешь, окей? Где только поставить, чтобы не сорвались люди? Разведаю. Ну и контроль. Держись, надо будет виспов нормально диспелить. Ты помнишь, как виспов диспелить? Нормально. Да, разберусь. Привет, раз рандом, но... Миша, Ильфом. Рандом, да. Да, у меня не такой скилл за рандом, чтобы играть, как Лёша за любую расу. Здание а кого готово. Ты берешь? Димку? А, кипер, окей. Просто было бы странно двух Демон Хантера убрать, поэтому я спросил. Ну, странно. Ну, и одного хватает даже на двоих. Ладно, давай лучше сразу пойду, посмотрю. Посмотрю, что там с Хуманом. Меня Хуман. А ты не поверишь, у меня орк. Странно. Требуется больше дрейфа. Здесь я не поставлю. Окей, ладно, пробуем. Смотрим. Хорошо. Настал час возмездия. Время пришло в гости отправиться. Он сразу экспанд бежит делать. Время окей. Пришло. Но он передумал. Mm-hmm. Два виспа ему объяснили, что он не прав. Нет. Познай гнев природы. Природа. Время у меня тут пришло. Базу увидели. Приказывай. Месть. Быстрее. Менят, что ли? Мой клинок жаждет крови. Никто не уйдет живым. Никто не уйдет живым, ясно. Наша мы должны действовать. Че, я законтрил форсира. Кажись. Молодец. Кто нарушил наш покой? Укажи мне путь. Где опасность? А может и нет? Никто не мне кажется, он нас слишком настойчив. Время пришло. Мой клинок жаждет крови. Приказывай. Надо было подблочить, естественно. Время пришло. Мы должны действовать. Мы должны действовать. Блин, жалко нычка. Я готов. Недостаточно золота. Пришло. Жалко экспанд, блин. Быстрее. Ты его отменил? Недостаточно золота. Приказывай. Здание да. Готов. Наконец-то. Вот так. Недостаточно золота. Я мой клинок. Она жалко. Да. Наконец-то. Быстрее. Ну они прям контролеры. Угу. Контролеры китайцы. Т2 делает Хуман. Угу. Я пока не знаю, что мне делать. Я пока в соло демона и Т3 иду потихонечку. Mm-hmm. Я пуш пока. Окей. Где опасность?
Так, с виспами я виспов перестроил, просто тонны виспов. Непонятно зачем. Надо ходки еще проверять. Что у меня кастом кис все еще не стоят. А гарнизон на экспанде жесткий, не жесткий? Там нет экспанда. Ну люди, которые охраняют эксп. Вижу уже все. Средний. На самом деле жесткий. Так, ко мне пришли. Ну, пришел один. Время пришло. Стою на страже. Мой клинок жаждет крови. Укажи мне путь. Приказывай. Приказ поняла. Ни слова. Мы должны действовать. Но я у Хумана прям овер до хрена убил. Да будет так. Приказывай. Я поднялась отомстить. За коридор. Тут хороший товарищ убийца с отравлением. Mm-hmm. Надо его по возможности брать. Так, давай сразу так. Давай сразу. Сюда. Мануэл. Контрсхол готов. Ну я вообще без разведки сейчас играю, у меня... Не хватает, я чувствую, темпа для того, чтобы успевать и то, и другое, и третье делать. Что? Опять ко мне пришли, блин. Побьешься? Да, должен. Я к Хуману просто опять. Время пришло. Жду приказа. Сейчас он должен будет стопать, скорее слишком просто. Мой клинок жаждет крови. Приказ поняла. Хорошо. Укажи мне путь. Да, телепортируется. Mm-hmm. Хорош. Ну, я архимага убил. Отхожу. Маршрутера взять. Тебе сложим. Не-не-не-нет. Я так, чисто. Я просто в Т1 играю. Ты в Т1 играешь? Да, но я Хумана почти убил. Хорош. Я вся внимание. Стою на страже. Время пришло. Такие здесь злые люди с башем. Приказывай. Жду приказа. А у тебя денежки есть? Быстрее. Да, есть. Не надо. Мой клинок жаждет крови. Твой ход. Приказывай. Блин, вы же надо было сдавать. Ладно, скоро я буду пришло. Уже самостоятельно. Приказ поняла. Мой клинок. Доживу вот до Т3. И все. И никто меня не остановит. Че с рейнджем вообще? А, и арбат сейчас будет. Во имя духа. Ясно. А орк тут Bloodlust идет, кстати. Торгов говорит, я тоже себе говорю, доживу до Т3, возьму ипотеку. Да. Ауру прокачал, потому что не было маны. Мне кажется, или Авер играет хорошо? Ну, да, мне тоже кажется. У меня складывается постепенно такое ощущение. Ты перед тем, как из полтишка выходить, скажи, я тебе денег скину. Ну, пока у меня 26 лимита, так что... Угу. Спасибо, что предупредил заранее. Ну, к тому, что тебе придется 80 выходить. Какого-то качественного, так что на грейды налагай. Где? Налагаем. Кто нарушил наш покой? Да будет так. Я вся внимание. Время пришло. Естественно. Вообще контролер. Природа не знает. Я потихонечку в твою сторону сдвигаюсь. Да нет, ну, ты крепись. Я их развлекаю просто. Хорошо. Приказывай. За Калимдор.
безопасность. Кто нарушил наш покой? Хотя у меня нет места же. Субимаска тебе нужна какая-нибудь? Mm-mm. Ну, слушай, я с первыми медведями уже готов что-то делать. Приду к оркам. Должны действовать. Давай, давай, он тут рядом, как ты видишь. Время пришло. Не буди во мне зверя. Ой, а что там, виспов-то не хватает немножко. Беги, пока можешь. Мой клинок жаждет крови. Дай дерево, пожалуйста. Приказывай. Мой клинок жаждет крови. У нас мало времени. Покажи мне путь. Твой ход. Будь я проклят. Приказа. Пробудился. Быстрее. Приказ поняла. Как запас маны удар? Твой ход. Исследование завершено. Угу. За календарь. Природа не знает усталости. Приказывай. Так, ладно. Приказывай. Ну я бы посражался. Ну, сражайся с орком, хумана не будет пока. Окей. Вижу орка. Время пришло. У нас мало времени. Твой ход. Жду приказа. Быстрее. Доранека. Укажи мне путь. Мой клинок жаждет крови. Твой ход. Приказывай. Укажи мне. Наконец-то. Мы должны действовать. Он подходит, отходи. Приказ поняла. Нужно больше. А почему бы не подражать? Ну ладно, окей. Приказ поняла. Ну, у меня нет ничего. Я хумана хорош просто. А, понял. Такой жизнерадостный, Лёш. Я скучал по твоему, по твоей энергетике сумасшедшей. Ну, маякнул бы, что Хуман возвращается, что я могу вернуться. Спасибо. Ты можешь вернуться. Спасибо. Я воспользуюсь этой информацией. Жду приказа. Мой клинок жаждет крови. Не буди во мне. Время пришло. Приказывай. Твой ход. Укажи мне путь. Время. Мы должны действовать. О, там Хуман вернулся, да? Угу. Хорошо, что держит в курсе. Реально ценю. Я знаю, Михаил, я знаю. Так, ну ты его додушишь, да? Ну, скорее всего. Я уже его, в принципе, додушил. Три рабочих. Ага, и он в атаку на меня идет, хорошо. Душный какой он. Не, он какой-то реально не очень. Хотя но он пытается много контролить. Ну тут плохо просто. Быстрее. Приказывай. Доранека. Я мейном сношу. Мой клинок жаждет крови. Твой ход. Приказывай. Приказ понял. Мы должны действовать. Если что, стпшишься. Угу, да-да-да, я понял. Клинок жаждет крови. Укажи мне путь. Не буди во мне. Приказ понял. Я не сплю. Время пришло. Экспов у них нету. Мой клинок жаждет крови.
Приказ понял. Мы должны действовать. Приказывай. Дерево есть, Михаила? Ну, это прикольно, конечно. Мне помощь нужна будет. Отрываешься оттуда ко мне. Хорошо. Я Хумана убил полностью, но... Деньги есть. А мне придется отстраиваться самому. Покупай там ТП-шки, разводи. Да, я понял. Арка. Их одна база. Наша свищ... Лес. Природа не знает усталости. Здание готово. Приказывай. Природа не знает усталости. Мне надо шреддера купить. Сейчас могу захватить. Но тебе шреддер не нужен, ты не сможешь добывать. Да. Так, ладно, хорошо. Что у меня есть? Где опасность? Сакалимдор. Что ж, хорошо. Беру, соответственно, телепорт. Оставляю арчей. У меня Димка к шестому. Ну, типа, 5 на треть. То есть он в размене пригодится. Кферик и 5 арчей. Мы должны действовать. Мейна нет у меня, как ты видишь. Приказывай. А, ну я вижу, все. Я вижу, что у них одна база всего лишь. Здание готово, базе союзника. Они, скорее всего, сейчас маршем пойдут сюда. Проклят. Поэтому надо было мне, конечно, вместо лорниц протекторы бахать. Приказывай. У меня есть протектор. Время пришло. Доранека. Быстрее. Мой клинок жаждет крови. Мы должны действовать. Наша идут. Мы должны действовать. Там Blizzard, да, насколько я понимаю. Flame Strike. Быстрее. Приказывай. Кто? Где опасность? Время пришло. Да будет так. Эту базу тоже сдаем или что? Ну, походу. Я буду сейчас арка штурмовать. Жаждет крови. Атактор, подходи. Приказывай. Время пришло. Наша священная роща осквернена. Мы должны действовать. Анудор, Анудор. Капец, они быстро. Мой клинок жаждет крови. Базе в это время тут похалдим. Быстрее. Угу. Быстрее. Наркана ломлю. Наша священная роща осквернена. Мы должны действовать. Какая грязь. Базе союзника нужна помощь. Наши воины вступили в бой. Кто нарушил наш покой? Наша священная роща осквернена. Где базе союзника нужна помощь. Здание готово. Наша священная роща осквернена. Быстрее. Время пришло. Путь я проклят. Доранека. Базе союзника нужна помощь. Будет много крови. Наконец-то. Арка, последняя база. Мой клинок жаждет крови. Ты, у тебя есть что-нибудь? Ты можешь оттуда спрашиваться? Ну там магазин, я могу взять. Магазин у меня тайдишн. Так что бери дирижабль, вот я тебе купил. Улетай. Наши воины вступили в бой. Понял. Время пришло. Мы должны действовать.
базе союзника нужна помощь. Нет, дай без. Мой клинок жаждет крови. Все ресурсы. Быстрее. Золото не надо, может, что-нибудь купить сюда. Время пришло. Мы должны действовать. Базе союзника нужна помощь. Наконец-то. Быстрее. Доранека. Жесть, игра просто. Капец. Классическая. Базе союзника нужна помощь. Чем я тебе могу помочь? Да ничего. Окей. Пытайся что-нибудь сделать полезно. Я буду периодически забегать, залетать корку тоже. У них телепорта, кажется, нет, да? Нету. Блин, да, имеет смысл идти. Природа не знает усталости. Так. Время пришло. Нужно больше лук. Ну, экономики нет, да, получается у них? Нет, вообще ничего нет. Ну, тогда в Illuminate давай попробуем. Я этим занимаюсь уже давно. Сейчас леса есть? Да, сейчас. Ультразрение сделаем. Веспы у тебя куда-то странное, в странное место идут. Мигрируют просто. Наш покой. Чтобы их не убило. Окей. Блин. Сюдар чай потом заберешь? Да. Базе союзника нужна помощь. Мой клинок жаждет крови. Сироп по-моему надо бёрнить. Блин, здесь я ошибся, конечно. Время пришло. Быстрее. Минус Димка. Плохо. Это очень плохо, да. Дириж Бамбель надо было таскать с собой. Он был рядом, его запуржили. Да, надо было ТП брать. Надежнее. Так, дирижабль забираю. Приказывай. Наши войны стунули больше. Наша священная роща отвернена. Нужно больше лунных колодцев. Но шестой кодк сильно не поможет, я так подозреваю. Да. Да, жестко. Не, они нормально играют. Они нормально играют. Я думаю, это GG, Михаил. Да, давай. Гэ-гэ. Ну, можно было вытащить, можно было.